Всем привет, с вами я, SEO2013BG. Сегодня я заметил то, что на ютубе сильной популярностью пользуется скибиди туалет, поэтому я решил попробовать собрать его из лего. Для этого нам понадобится такая белая пластина, собственно говоря. Еще нам понадобятся белые детали и голова. Я нашел вот такой вот кирпичик. Тут еще кубок стоял. Сейчас мы попробуем его разобрать ради этой белой детальки. Ой, блин. Неужели придется... А, не, вот все, почти разъединил его. Такое ощущение, что я сейчас в Инстаграм снимаю. Так, ладно, это у нас не получилось. Ну-ка нафиг тогда. Тогда возьмем два вот таких белых кирпичика. Это сюда. Сюда. Чуть-чуть нарастим высоту таким кирпичиком. Теперь... Одну минуточку. Теперь нам нужно взять вот еще кирпичи. Думаю, вот такой... А, это серый кирпич. Ну, тут не видно, поэтому сюда я поставлю серый кирпичик. Видите только вы, что он здесь пока. Теперь нам нужно, получается, взять вот такие вот пластины. Сейчас мы попробуем найти тут белые пластины. Вот я нашел что-то, сейчас попробуем разъединить их. Нет, разъединить их не получается. Так, такая деталька есть, но она, мне кажется, тут не нужна. Тогда попробуем немного другой вариант из таких сделать. Сейчас вот эти две пластины я разъединил, теперь мы берем их и ставим вот сюда. Хотя нет, так будет длинный слишком. И ставим их вот сюда. Таким вот способом. Затем нам нужно взять еще две такие же пластины. Которые я, блин, уже не могу найти вообще. Гениально. Ну, получаем мы... Я хз, шо это? Теперь нам понадобится наш заготовленный кирпичик уже. Тычкаем его сюда. Осталось добавить. Та-та-та. Кнопочка смыва. Ладно, это шутка. Теперь мы берем вот кнопочку для смыва. И крепим ее. Вот. Блин. Что за пытки? Вот сюда, короче говоря. И теперь финальный элемент. Кто-то нам должен пожертвовать. Например, этот чел. Парень, ты был хороший, но извини, мне нужна твоя голова. Теперь мы возвращаемся к нашей постройке. И ставим его бошку сюда. Теперь я это все смонтирую через приложение Stop Motion Studio и выложу уже на YouTube. Но этот ролик тоже пойдет на YouTube. С вами был SEO2013GG и всем пока.